сіздерге, біздің чачымызда өзіне қам көріні талап қылады екен. Көпчілік тұрмағына, бетіне, көңіл бұратты алымен чачы туралы ұнытып тағалар. Абірок чачымызда өті сезім тал келеді екен. Анықтан аға аяр мәміле жасу, абзел, өзгөчі, қышты, ызғар, суықта. Мисалы, ар бир юздун терибиз ар башка болуп бөлүнөт. Кургак, майлуу жана башка деп. Чач дагы ошондой эле бөлүнөт. Демек, ар бир юздун чачыбыз ар башка. Европейские волосы, они очень тонкие по структуре вообще. Тоненькие волосы, это у русских, у европеек, девушки. У нас более у корейцев, у кыргызов, это считается азиатские волосы. Они такие густые, жесткие, пористые волосы. Да, сухие, жирные, комбинированные волосы, и за ними нужно ухаживать правильно. Допустим, для сухих волос, почему волосы становятся сухими? Бывают от природы то, что они сухие, бывает то, что мы, подвергая волосы каждый день химическими препаратами, когда мы пользуемся, мы подвергаем волос, то есть он высушивается. Допустим, если вы каждый день пользуетесь утюжком или феном, вам нужно применять средства термозащиты. То есть это увлажняющие, какие-то маски делать каждый раз, спреи увлажняющие, чтобы волос не повреждался. Для жирных волос я бы посоветовала использовать специальные шампуни. Сейчас есть у нас для жирных волос. Нужно приучать волосы не мыть чаще, чем 4 раза в неделю. Можно сделать маски из всего, то что будет даже дома. Вы можете взять тот же самый банан, испортившийся, размять его, допустим, добавить ложку оливкового масла и на волос. Это очень хорошая маска, питательная для волос. Просто, да, по длине надо держать, 15 минут это подержать и все. Это даст блеск, и как бы волосы не будут сильно электризоваться. Одно яйцо. Добавить туда столовую ложку коньяка и столовую ложку оливкового масла, тоже очень хороший. А для жирных волос я бы посоветовала лучше ополаскивать после того, как вы помоете голову. Не горячей воде нужно мыть голову, более прохладной, допустим. И после этого вы должны взять на литр воды для жирных волос одну ложку уксуса. Допустим, и прополоскать просто после мытья. Это поможет как бы сохранить, стабилизировать, как скажем, сальные железы. Фен, атайын чач үчүн үтүктөр айрыкча акыркы кезде кыздар арасында өтө популярдуу болуп кетпедиби? А бирок аларды колдонуу алдында чачыңызга кандай таасир эткенин билип алыңыз. Феном каждый день утюжком они накручивают, выпрямляют. Это все влияет на волосы, и они не пользуются при этом термозащитными. Сколько мы утруждаем свои волосы, красим, обесцвечиваем, но мы их не питаем. Это вот главная ошибка. Вы должны также ухаживать за ними, как за своим лицом, как за руками, потому что они тоже это все чувствуют. Кто-то хочет кудрявый, он накручивает утюжком, кто-то хочет прямые, он выпрямляет этим же самым утюжком. На самом деле утюжок, он предназначен для выпрямления волос. Там минимум 120 градусов он нагревается. И представьте, если вы, вот некоторые не умеют накручивать и придерживаются, останавливаются. Когда вы останавливаетесь больше, чем на 3 секунды, это уже большой вред для волос. Вытягивать волосы нужно, отделив нижнюю прядь, и задерживаться долго на одном месте тоже нельзя. Есть железные утюжки, керамические и тефлоновые. Ну, самые последние – это тефлоновые утюжки. Они как бы с ионозащитой считаются. Чачыңыз ар дайым көрктүү болуусун кааласаңыз, кийинки кеңештерге кулак салыңыз. Вот бальзам, он для чего используется? Он используется только для расчесывания, чтобы легче было расчесывать волосы. Он как лечебный, он не идет. Допустим, нужно использовать маски. Допустим, 5-минутные или 15, можно 2 часа. Это репейное масло, касторовое масло, они очень хорошо помогают. Мокрые волосы нельзя расчесывать. Нужно расчесывать их, когда они будут полностью, абсолютно сухие. И вытягивать, кто вот пользуется домашними утюжками, фенами, на мокрые волосы вытягивать нельзя. Текущиеся кончики, как бы их, допустим, нужно состригать каждые 2 месяца, желательно лучше
уже в моде, уже все натуральное, я считаю. Все оттенки, вот если вы заметили, коричневые, это земные все оттенки коричневого, желтого, оранжевого. То есть в моде натуральные цвета, земные. И волосы тоже должны быть естественные, длинные и удлиненные челки. И волосы я не советую уже стричь лесенкой, уже каре. Может, кому-то это идет, это если это его стиль, то это да, нужно придерживаться. А вот не надо идти там, я буду модно и стричь челку, хотя это если даже и не идет, как некоторые девушки у нас поступают. Чач тегиз ыраттуу болуш үчүн таракты колдоноуз. Дал ошол колдонгон тарактан да чачыбыздын сапаты көз каранды экен. Эң пайдалуу деп жыгачтан жасалган тарактар эсептелинет. Ал эми кеңири колдонулган желим тарактардан чач сынып, анан да ачыкей болуп кетет экен. Темир тарактар болсо баштын терисине залал келтирет. Андыктан аларды да колдонбогон оң. Ар дайым сулуулугуңуз менен ден соолугуңуз шай келишкен болсун.